Следственный комитет по Чувашии завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника управления надзорной деятельности МЧС. Он обвиняется в получении взятки. С ноября 2019 года по февраль 2020 года сотрудник МЧС получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жительницы Чебоксар. Она владела магазином в Яндринском районе, который сгорел. За нарушение правил пожарной безопасности женщина стала жертвой вымогательной взятки. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокуратуры Чувашской Республики обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что максимальное наказание, предусмотренное по данной статье Уголовного кодекса, составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.